Фильм про пиццу. Я снимаю. Готовка пиццы точно спасла мне жизнь. Иногда я так подавлена, что не могу из постели встать. Но все поменялось, когда я устроилась в пиццерию. Пока мы молоды, легко думать, что жизнь абсолютно бессмысленна. А теперь моя суть просто кишит смыслом. Я прихожу с работы домой, смотрю в зеркало и думаю, «Сегодня ты сделала сотни пицц для людей, которые даже не знают о том, что ты существуешь. Не связывают еду с приготовившим ее человеком. В течение суток твоя пицца покинет их бренное тело, и они никогда о ней больше не вспомнят. Ничто не удовлетворяет меня так, как готовка пиццы». Словно однажды во мне что-то изменилось. Можете считать это судьбой или пророчеством. Это почти одно и то же. Когда я засыпаю, мне часто снится, как я всю ночь делаю пиццу. И потом, когда я просыпаюсь, все думаю. Сегодня опять надо это делать. Делать пиццу — это все, что у меня есть. Вы не можете отнять это у меня.